Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы отправляемся на планету Колеба, номер 3. Это игра Ratchet & Clank. И мы летим. Летим, надо сорвать планы злодеев, короче говоря. Это все будет очень круто сделано, потому что мы самые лучшие персонажи во всей вселенной. Героям требовалось то, что можно было найти только на Колеба. Маскировочный прибор. В этот сектор вторглись бларги. Вероятно, они хотят прибрать к рукам запасы оружия Гаджетрона. Внимание сотрудникам Гаджетрона! Произошло несанкционированное проникновение на завод. Всему вспомогательному персоналу надлежит немедленно покинуть здание, пока мы дожидаемся прибытия полиции. Овцинатор, ничего себе! Вот это надо штуку взять обязательно. Но пока что мы возьмем и улучшим. Зуркон младший у нас полностью развит. Короче говоря, его уже можно не дергать, не трогать. Надо перчатки Рока. Пикселизатор. Я хочу все-таки, ребята, его добить, так сказать. Раз и готово. Увеличить по полной. Пойдем дальше вперед, ребятушки. Где там мой пикселизатор? Вот сейчас мы его опробуем. Мне нужно что-нибудь с улучшениями. Все круто. Получай. Идите сюда, ребята, подходите ближе. Подходите, у меня раздача идет для вас специальная. Получай как следует, браток. Так, ты что тут встал? Ты нам не мешайся, нам надо пройти. Зуркончик, ты где? Эти шестерни соединены с мостом. Ну, давай-ка попробуем их сдвинуть. Разыщите лабораторию. Но она уже рядышком. Уходим быстрее, 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 сейчас рванет. Очень много болтов, ребята. Ай, ты чё так больно бьёшь? Ну-ка, давай-ка мы тебе чем-нибудь дальнобойным шарахнем. На, держи. Не попал. А, уже Зурконы с ним разобрались. Ладно. Ладно, пускай будет так. Беру дальше свой пикселизатор. Смотрите-ка, балка. Интересно, куда она ведёт? Прокатитесь по балке. Ну, пошли, ребята, прокатимся. Это мы дело умеем. Оп. На, удар получи. Еще прыжок. Ой, больно. Так, стоп. Куда надо, куда надо, подожди. Надо налево прыгнуть. Чтоб меня поездом не раздавило. Здесь та же история, только надо успевать от них. Я не успел, ребята, с первого раза сразу прибило меня. Понял, понял тебя. Надо быстро там действовать. Да как так-то, а? Вроде нажал удар, но он не смог его сбить. На, еще раз. Прыжок. Жизни-то быстро жизни заканчиваются. Здесь надо прыгать очень резко и резво. Сюда. Перепрыгиваем. Еще сейчас будет. Дальше-то куда? Смотри, нам надо попробовать пересесть сейчас на эту рельсу. Прыгай, куда ты поехал-то? Ладно. Придется как-то туда еще раз вернуться. А здесь едут на меня все аккуратно.
Где я оказался вообще? Пока нет, но мы над этим работаем. Просто конечно, работаем. Поняла. Удачи. Ну, быстрее прыгай. Ай, черт! Как так-то, а? Опять сначала. Поехали еще раз, ребята. Аккуратно надо проходить. И постараться не нарваться на поезд. Потому что сразу прибивает тебя. Прыжок. Давай еще раз. Используй мультиключ. Вот здесь хочу перепрыгнуть. Ну давай, ну что ты не прыгнул? Во, поехали тут прокатимся. Здесь в принципе по кругу, но мы зато хоть посмотрим, что здесь. Поздравьте Гелфарда с Бринакла. Что я сделал? Прыгаем. Мне тут сообщили, что кристаллы там были. Давай еще раз прокатимся. Отправили в один из их трудовых лагерей. Одну секунду, сейчас мы выберем нового работника месяца. Где кристаллы-то? Надо успеть нажать. Оп. Вот здесь. Отлично. Отлично, все получилось. Теперь надо отсюда выпрыгнуть. Может переместиться на другую балку? Не знаю, поехали так пока. Сейчас переместиться. Как бы нам от поездов здесь... Пока нет, но прыгать. Мы над этим работаем. Просто надо было кое с чем разобраться. Поняла. Удачи. Все получилось. Стоп, давай-ка оценим ситуацию. Нам можно, в принципе, направо еще прыгнуть, покататься там. Прыгаем. Включай его. А почему? А почему нет-то? Ё-моё, а? Как тогда туда пробиться? Ладно, я понял, там мы одну кнопочку всего лишь не нажали, по-моему. Когда с поездами там ехали, уворачивались от поездов, там справа была кнопочка зелененькая. Надо было ее тоже нажать. Вот сейчас она будет в конце этого туннеля. Вот здесь. Да как так? Я... Ай, вон она. Она активировалась? Да, я ее нажал, прикинь. Вот поехали. Я уже две нажал. Сейчас третья будет. И, скорее всего, там была четвертая. Именно в тот момент, когда я подъехал к этим воротам, они не открылись. Ай, кристалл был еще. Или уже нельзя его собирать. Давай еще раз проедем. Мне кажется, кристалл можно еще раз собрать. Можно так наулучшать оружие, если это действительно так. Прыжок. Спускаемся вниз по крутой горке. Американские горки, ребята, мчим как следует. Вот здесь. А, уже нету кристалла, оказывается. Все, зря проехал. Ладно, давай выпрыгиваем. Мы движемся по кругу. Может переместиться на другую балку? Поехали. Вот здесь надо аккуратно пропрыгать это все дело. Как там дела? Маскировочный прибор у вас? Пока нет, но мы над этим работаем. Отпрыгивай в сторону, брат. Поняла. Иначе я удачи. Тебя раздавлю. Прыжок. Вот здесь, ребята, перемещаемся на балку справа. И нажимаем эту кнопку. Наверное, сейчас откроется. Есть, открылось. Отключили, наконец-то. Так, аккуратно. Что-то мы сильно разогнались. Раз, два, три. Сколько же вас много? Четыре, пять. Считать я до пяти научился. Золотой болт. Вот для чего все это было сделано. А теперь сюда, налево. Прыжок. И поехали дальше. Прыгаем.
В смысле, как так он не долетел? Это так не... Да так нечестно, ребята. Капец, все по новой. Ну, я думаю, за болтом уже можно не идти. Как посмотреть, сколько у меня болтов этих? Я уже его, в принципе, собрал. Надеюсь, мне его засчитали. Да что ты, блин, все меня бьют. Да как так-то, а? Ну, такая миссия сложноватая, если честно. Надо приноровиться. Поехали. Еще прыжок. А, ну все, да. Видишь, она уже не активна. Так что мне туда не надо. Поехали вот сюда. Я просто думаю, а там, может, надо было с двойного прыжка как-то, или что там, надо прыгнуть так, чтобы перепрыгнуть. Маскировочный прибор у вас? Пока нет, но мы над этим работаем. Просто надо было кое с чем разобраться. Поняла. Удачи. Ну, давай прыжок. Оп, все хорошо получится. Как мне там допрыгнуть-то, я вот не понимаю. В самый последний момент надо прыгнуть. Давай, прыжок. Двойной даже был. Отлично. Только меня бьют, ребятушки. 7% всего осталось. Как-то мне надо выжить. Я приехал. Ура, аптечка. Повезло, повезло называется. Наконец-то я прошел. Так, а куда здесь идти? Давай зайдем внутрь, посмотрим, что тут. Картоматика. Картоматик призван облегчить поиск в галактике полезных предметов и интересных мест. Класс, это мне пригодится. Мне все пригодится. Куда нажать? А, надо сломать просто было. Где-то овцы блеют, ребята. А мне можно, наверное, уже садиться в этот летающий автомобиль. Я не прочитал, куда мы полетели. Ну ладно, сейчас узнаем. Сколько раз вам повторять? Кайфотронный зал не для того, чтобы в нем устраивать вечеринки. Выметайтесь оттуда. Нас вообще-то атакуют. А, мы вернулись сюда, откуда пришли, в принципе. Только что-то нам другое, наверное, предлагают сейчас пойти сделать. А, вот, мы теперь активировали. Можем прокрутить ключом. Ну, давай-ка попробуем их сдвинуть. Сейчас сделаем, давай только улучшим оружие. Ну-ка, зайди сюда. Хочешь быть крутым? Улучши свою перчатку Рока. Давай пикселизатор улучшим уже до конца, а? Доступно загадочное улучшение. Двойной буфер. Дополнительный буфер позволяет пикселизатору обновляться еще быстрее, что повышает скорострельность. Ничего себе, еще и скорострельность повысили. Это очень круто. Можно еще что-нибудь улучшить. Оружие! Кому оружие? Так. Это продается, будь здоров! Перчатку Рока он все хочет, чтобы мы улучшили. Давай перчатку Рока. Крутанем. Вот это скорость, ребята. Смотри, как все четко сделано. Отлично, Рэтчет. Этот ускоритель нам не раз пригодится. Здорово, подожди. Как-то неожиданно вы выскочили, ребятки, подожди-ка. На. Ребята, кушайте всех. Пошли. В лаборатории энергетических гранат замечен доброволец. Приступаю к ликвидации. Смертельная гонка? Как так? Что надо делать? А чё мы их не ликвидируем-то? Давай. Сейчас мы их всех ликвидируем. Ну-ка, быстро. На, держи.
Перчатка Рока еще запустим сейчас вам. Доступна новая карточка. Сейчас посмотрим, что же там в этой новой карточке. Курорт Хавайи, еще какая-то мастерская грима. Отлично. Мы это все соберем. И будет у нас много наборов, ребята. Разыщите лабораторию. Сейчас найдем. Пилами, будем пилами фигарить. Так, где Зуркон? Куда он пропал? Новый уровень, пилы. 25% плюсом. Эта мощь будет офигенная просто. И, кстати, у меня уровень, по-моему, повысился. 80 жизни у меня стало. Это очень круто. Не слышу, как Зуркон там стреляет. Где он вообще? Нету его. Надо взять. Пила, пила. Хорошо пила стреляет. Стоп, нам туда не надо вниз, мы же наверх только залезли. Куда идти? Или действительно вниз? Только с какой стороны? Вот здесь? Я не понял, подожди, куда? Куда хотят, чтобы мы пошли? Стоп. Разыщите лабораторию. Так, ну она вон где-то там. Где-то там, пошли быстрее туда направо. Да что ты, а? Ты посмотри на них, какие они дерзкие. Ну-ка, давай пальнем сильнее там. На, держи, и этого там сейчас прибьем. Бамс. Вот, я по... вот это я понимаю, нормально, стрелок. Получай. О, куда, куда, куда? Новый уровень, разжигатель. Далее, так я улетел вниз. Так нельзя, ребята, падать нельзя туда. Опять наверх? Ну мы же там были. Наверное, уже здесь никого нету. А, опять что ли с этого момента? Не, так, так, ребята, я не хотел. Ладно, давай так сделаем. Собачек пустим. И давай, наверное, пикселизатором все-таки добьем их. Уж очень крутая тоже пушечка. Пришельцев мы сейчас наколбасим. Новый уровень, пикселизатор HD. Плюс 25%. Так это очень круто, сейчас пикселизатор можно и развить даже. Карточка еще, как я не заметил ее. Ну-ка давай посмотрим. Зуркон младший. О, мы собрали. Делай доступным для покупки в режиме испытания Зуркон младший в модификации Омега. Готово. Сейчас пойдем на поиски лаборатории. Мы можем туда прыгнуть просто, да? Получится? Полетели. Уничтожить цель. Так, а это я куда попал? Ладно, сейчас разберемся с вами, ребята, Зуркончик. Готовы? Дай-ка пикселизатора еще сюда. По-моему, мы всех нахлобучили. Отлично. В зале огнебластеров замечен доброволец. Подготовка к уничтожению.
Ну давай, попробуй. Только попробуйте уничтожить, ребята. Мало ли вероятно, что у вас что-то получится. Нужно помешать благом красть оружие и устройство. Ну вон они куда-то полетели. Так, и чем мне вас стрельнуть-то, ребята? Давай-ка разжигателем. Очень хорошо он попадает. Будем разжигать как следует. Получи. Получите, распишитесь. Попрыгали. Ты тут один, что ли? А нет, вас двое, ладно. Зуркон, даже трое. Тогда ловите протонную пушечку, ребята. Глянь на эти шестерни. Эту комнату можно развернуть. Сейчас развернем. Подожди. Мы давай-то овцинатор возьмем еще. И улучшить. Обязательно надо улучшить. Давай-ка пикселизатор тоже разовьем на полную. Разгон подзарядки. Так, что это значит? Теперь у меня есть овцинатор. Это получается, мы в овец их можем превращать. Давай развернем. Все отлично, хорош бегать, а уже аж в глазах что-то засвербило. Так. И куда мы переместимся? Ну, наверное, сюда и надо, в принципе, идти. Прыгай. Йо-хоу. Так. Ого, какой овцинатор. Хорошая пушечка. Почему они не овцинируются, вот эти? Ну-ка, превратись-ка. Овцы, ребята. А теперь овец мы можем просто вот так швырнуть на них. Или все, они нам ничего не сделают уже. Так, где Зуркончик? Ладно, все хорошо. Аптечку даже выдали. А теперь поехали. У меня для вас плохие новости. При попытке вызвать полицию. Так, где овцинатор? Они говорят, вечно какая-то глушилка. И поскольку метод выключить и снова включить в данном случае не сработает, они не знают, что теперь делать. Все отлично. Ну реально, идет же все замечательно. По-моему, мы как раз идем к этой лаборатории. В лаборатории энергетических гранат замечен доброволец. Приступаю к ликвидации. О, овцы вообще выскочили. Хм, да, мы запросто их отмимекаем. Отмимекаем. Так, что происходит, а? Здоровяк прилетел. Ну-ка, давай-ка лупанем-ка мы ему сейчас разжигателем. Давай, лови. Очень мощная штука этот разжигатель. Еще есть один патрон. Как раз хватило. Так, ну меня очень сильно побили. Предлагаю плазму пустить. Так, отлично, все хорошо. Восстановил заряд энергии, так. И можно пикселизатором кидать. Все, дальше и дальше он стреляет. Так, он, здоровяк, прилетел.
Ну давай, я даже не знаю, чем можно шарахнуть. Плазматроном давай. Или как-то плазматроном это... Да что ты делаешь-то? Отойди от меня. Пошел нафиг. Чем бы ему кинуть? Ракетомет, давай. Вот, ракетометом будем фигарить. Что-то их много прям, реально, ребят, много. Да кто там так бьет? Короче, вертолеты вот эти опасные очень. Где Суркон? До сих пор его не видно. Нацелиться главное хорошо. Попала ракета в него. Есть. Но да мимо, блин, не туда. Аптечку надо, ребята. Он слишком сильно фигарит. Есть, попал. Еще раз. Мистер Зуркон, попади в него, а. Он крепкий очень, а. Непробиваемый. Вот класс, патронов нет. Патронов нет, но мы его, в принципе-то, замочили. С Бларгами разобрались. Ура, еще и карточку дали. Давай-ка все пособираем. Кто там стреляет? Ну-ка, ребята, отвалите от нас. Мы идем в лабораторию. В местах кроликов замечен доброволец. Готовьтесь играть с милыми кроликами. Ха, звучит неплохо. Поправка. Зал пушистых кроликов перемещен в сектор 12. Запускаю протокол умерщвления и расчленения. Конечно. Так, а как нам пройти-то сюда? Эй, ребята! Я что-то не понял, куда нам? Нам же сюда надо пройти. А, вот он. Спасайся, мистер Зуркон. Так, стоп, сейчас. Зуркон. Ну-ка, ребята, получите. Получите все сразу. Где у меня еще вот эта штука, как она называется? Перчатка Рока. Давай переключимся, еще разочек кинем плазму. Как их много-то, ребята, вообще много. Может еще плазму туда, а? Где Зуркон? Спасибо за участие в испытании оружия. Ничего себе, зато сколько болтов дали. 50% скидку будет выслан на ваш домашний адрес в ближайшие 5-7 лет. Все, этот кошмар закончился, теперь пойдем поищем трассу. Вот и дверь открылась. Где-то рядом. Давай поболтаем. Так, сейчас, наверное, нам туда надо будет. Не верю глазам своим. Рэтчет и Кланк у нас, в Гаджетроне. Меня зовут Вендел Люмас. Я, так сказать, руковожу этой компанией. Я просто обожаю ваше оружие, мистер Люмас. Слушайте, мы тут с Кланком спасаем галактику. И нам нужен маскировочный прибор. Боюсь, у нас возникла проблема с поставками. Эти проклятые бларги завели привычку грабить наши склады. Небольшая проблема с системой безопасности, не стоит об этом говорить. У нас остался прототип, но он разыгрывается в качестве приза на состязании скейтеров. Новые участники еще принимаются? Конечно. Но, как видите, у нас тут небольшие проблемы с водой. Этим утром бларги разбомбили плотину. У вас случаем не найдется гидротранспортера. Победите в гонке. Так, а в какой гонке мы должны поучаствовать? И куда идти? Оттуда мы пришли, здесь дверь закрыта, вот, скорее всего, сюда. А, вот гидротранспортер, есть у нас, да, есть. Вон оно как, ребята, целая трасса из-под воды. Хорошие новости.
Мне сообщили, что наши робоохранники расчистили трассу для скейтов. Это значит, что мы можем продолжить соревнование. Вступить в гонку. Ну давай, бронзовый кубок. Поехали! Рэтчет идет последним. Ну давай, ты должен победить. Не забывайте, победитель получит наш самый ценный продукт. Сейчас выиграем, ребята. Рэтчет вырывается вперед! Отлично. Надо их догонять. Куда ты полетел? Да как так-то? Ну, ребята, что же делать-то? Это первый круг пока идет. Давай, надо ускориться. Есть, пробил. Еще первый раз, я не первый раз гоняю. Ай, куда? Теперь Рэтчет отстанет. Все, туда не надо заходить никогда, ребята. Здесь тоже ничего нету, блин, ну зачем сюда я повернул? Не в ту сторону. Я думал, там ворота какие-то. Так, ладно, я пока иду пятый. В принципе, есть шанс, это всего лишь второй круг, надо три круга проехать. Сейчас я Да отвали от меня, что-то толкаешься, блин. Толкается еще едет. Да почему здесь я не могу никак прыгнуть нормально? Неужели там нужно ускорение? Я сейчас всех обойду, ребята. Я на третьем месте пока. Не надо ля-ля. Так, поехали. Я что-то собрал там. А что будет, если эти круги собирать? А? Не ускорение ли это? Давай, все будет нормально. Сейчас еще ускорялочку какую-нибудь возьмем. Где я там все время падаю? А? Поехали. Прыгаем. Отлично. Я здесь нормально прошел в этот раз. Давай здесь запрыгнем. Что будет, если эти кольца-то насобирать? Неужели я первый приеду? Есть. Я выиграл. Рэтчет победил. Конечно, победил. Рэтчет самый крутой. Получилось. Ха, поздравляю. Вот твой маскировочный прибор. Сделай одолжение. Когда будешь им пользоваться, пиши что-нибудь в социальных сетях. Детишки обожают социалки. Хэштег Гаджетрон. Отлично. Приз получен, радикал. Вот и дверь открылась. Каларис, прием. Прибор у нас. Отлично. Возвращайтесь на корабль. У меня почти готов план штурма. Вернетесь, проведем брифинг. Мы прошли квалификацию. Мы-то прошли. Есть ли у нас задание еще? Возможно, завоюйте серебряный кубок. Ну давай завоюем, а что, раз мы уж сюда пришли. Покатаемся как следует. Поехали. Прыгай. Че последним сразу? Нет, последним. Я сейчас первым буду. Ой-ой-ой-ой-ой, это опасная штука. Расшибаем все. А он хорош. Я, конечно, хорош. Давай, поехали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Наставили тут. Есть, я перепрыгнул все-таки. А он хорош. Поехали, ускоряемся. Так, нам дают, получается, энергию турбо за то, что я колечки эти собираю. Давай, прыжок еще. Конечно, круто все, давай, поехали.
Дэвид рвется вперед! Хочу напомнить наши впереди. Сейчас, ребята, я их обойду. Ну эти хорошо катаются, смотри. Если вас что-то не устроит, вы можете вернуть товар, и мы возместим вам его. Бамс! Да поехали быстрей! Разгоняйся! Все, супер! Взлетаем! Еще собираем! Колечки эти собираем! Смотри, это тоже не пальцем деланы, а? Есть, ребята, я прошел! Погнали дальше! Какой рэчит в хвосте? Я вообще первый еду, блин. Вы чё? Или это он ржет так надо мной? В хвосте я плетусь. Ты чё? Офонарел совсем, что ли? Куда ты? Вот это плохо, ребята. Это очень плохо. Вот теперь третье место, да. Всё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Поехали, поехали, прыгаем. Вот это мы молодцы. Рэтчет победил. Че, возьмем золото, а? Так, давай, следующая гонка. Поздравляю! Конечно, блин, вообще классно я играл. Ты чё? Ну и погоняться за золотой кубком. Давай за золотым погоняемся кубком. Поехали! Внимание! Марш! Ускорения нету, но мы сейчас насобираем. Супер! Ну, давай, да ты чё, как так упал-то? Ай-яй-яй-яй-яй, аккуратно! Ускоряемся! Какой быстрый лопат! Объехал, прикинь! Там, кстати, та дверь почему-то открыта, в которую я в тот раз... Ого, как это я так? В которую я в тот раз не попал. Я думал, что все. Да, конечно, больно, если так влететь в эту штуку. Взлетаем. Да, блин, не туда. Я всего лишь четвертый, ребята, надо догонять. Ай, да как так? Ну-ка, разбивай все. Полетели быстрей. Надо вот сюда. Прыжка есть. Ускоряемся. Я четвертый сейчас. Работать официантом я больше не буду. Эй, фанатика Шитрона, напоминаю. Все будет нормально, ребята, сейчас пройдем. Вот они, ворота. Я могу вот почему я могу теперь заезжать сюда, оказывается. Вот как это все проходится, ребята. Вот они, где секретные эти ворота. А, все нормально, я теперь понял. Пробиваем. Наверх. Есть. Прыжок еще. Нет, не получилось туда, ну ладно. А, это было больно. Блин, я первый, но сейчас они могут меня догнать. Это второй круг уже идет. Прыжок. Еще прыжок. Пошел третий круг, ребята. Я хочу все-таки открыть еще раз те ворота. Поехали. Раз. Два. Три. Заезжаем сюда. Все супер. В каком хвосте вы чё? Запрыгивай. Колечки все соберем сейчас. Поверху еще. Я никогда тут не ездил. Ох, надо было ускорение вон то взять. Ладно, вроде нормально иду. Фу-фу-фу, не сглазить. Так, вот и финиш, все отлично. Это золото, ребята. Рэтчет победил! Приз получен, давай, Рэтчет, жми. Ну теперь побежим дальше. Все доступные задачи выполнены.
Это максимум, что мы можем предложить, не спрашивай. Мы одобрение у совета директоров. Поздравляю! Надо возвращаться на корабль. Все, вернемся сейчас на корабль. Главное, что мы все гонки прошли, ребята, золото даже получили. Карточку дали. Диана, что там слышно насчет этих баргов? Ну-ка, давай посмотрим, может что-то... Нам уже много дали, 3 штуки. Гроб, ребята, мы его же собираем. Осталось-то их всего собрать... А, у нас уже есть такая. Обменять повторяющиеся, давай сделаем. Бонус за набор, вероятность выпадения галокарточек повышена на 5%. Все супер. А, еще можно обменять? Погоди, давай обменяем. Давай вот здесь набор дополним. Количество получаемого вами раритана увеличено еще на 5%. Ребят, ну скоро вообще будет выпадать много-много его. Да нет, я о другом. О том, что было после этого. Да-да, вот об этом как раз. Ну так пошли туда роботов-охранников. Сколько еще товара я должен потерять, прежде чем придется начать увольнять работников? Так. Пожалуйста, не плачь, прошу. Да, давай улучшим. Я хочу все-таки пикселизатор добить. До конца. Круто! Разгон подзарядки. Он вообще будет сильно разгоняться. Все, полное, реально, на 100%. Еще, по-моему, даже остались. Все, чтобы сделать героев еще героичнее. Посмотри. Какой еще? Я даже не знаю, что можно еще улучшить. Это продается, будь здоров. Пилы можно. Или, допустим, плазмострел. А, давай разжигатель. Мы, в принципе, им часто стреляем. Часто стреляем, и он очень хорошо бьет. Будем разжигатель качать. Так. Жизни соберем. И куда нам идти? Где корабль? Корабль вот туда. Все, я сейчас доберусь до корабля. Полетим на следующую планету. Нужно вернуться к кораблю и связаться с Эларис. Будем лететь на следующую планету. Так сказал, да? Так, сейчас полетим, ребята. Но будет это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А также можете поделиться этим видосом со своими друзьями. Всем удачи, всем пока.